В честь дня рождения сети гипермаркетов «Экономир» с 10 по 30 июня дарим вам скидку 30% на все. Более 1000 моделей летней одежды и обуви. Ваш взгляд на матч со стороны команды «Фили», каким он вышел? Матч жаркий, как и сама погода. Ну вот, хочу сразу поздравить болельщиков города Новокузнецка, саму команду с победой. Вот, судя по всему, по раскладу турнирной таблицы, видимо, они будут играть в пятерке, то есть плей-офф. Вот, а по матчу могу сказать, что в принципе приехали сюда уже как бы не самым лучшим своим составом, потому что часть игроков травмирована. Даже по тому составу, который у нас вышел на поле, можно судить, что у нас нападающий стоял в линии трех четвертных, что в принципе неприемлемо для игры. Вот, и с заменами у нас практически, то есть было всего две замены, то есть это совсем тяжело при такой игре, при такой погоде выдерживать нормальный темп игры. И в принципе желаю Новокузнецку, чтобы их на выезде судили так же, как нас здесь дома. Вот, в принципе, первые 15 минут, я считаю, мы будем смотреть. Конечно, тяжело при такой погоде. Некоторые решения арбитров, скажем, были совсем удивительными для нас. Вот. Ну, может быть, все ошибаются, может быть, в этот раз он ошибся. Поэтому я и пожелал команде Новокузнецк, что в дальнейшем, скажем так, судейская фемида была на их стороне. Несколько раз ваши подопечные были близки к зачетной зоне. Чего не хватило, чтобы все-таки попытки занести? Ну вот, будем разбираться. Я считаю, что как раз не хватило, может быть, слегка свежести. И если бы все-таки удалось нам сохранить тот состав, в котором мы играли недавние игры, думаю, конечно, в тех моментах, где оно должно было быть, все бы и случилось. Четыре попытки «Металлурга» – это больше их заслуга или недоработка ваших подопечных? Я считаю, что и видно было, что в принципе второй тайм совсем не отображает то, что было на табло. Вот, я еще раз говорю, в первые 15 минут то, что было на поле, это заслуживает, скажем так, разбирательство особо. Вот, а так, в принципе, играли, вы же сами видите, то есть они играли две команды равные, вот, и где-то кому-то больше везло, кому-то меньше везло. Ну, думаю, всегда играть легче.